Привет, это снова я, узнали? У меня тут две коробки, которые называются Beauty Box, от pharmacosmetica.ru, Центр здоровья кожи и профессиональная косметика мировых производителей. Я не знаю, зачем я это сделала, знаете, это было какое-то помутнение. Там вышли две коробки, одна для нее и него, приведите вместе день, типа 14 февраля, День любви и так далее. И вторая для детей от 3, кажется, до 7 лет. Я такая решила, ну, типа, у меня есть он, у меня есть ребенок с 3 до 7, закажу-ка как комбо. Ну и, в общем, мне это все пришло, я посмотрела. Естественно, Анфиска залезла сразу внутрь, поэтому там немножко все, может быть, что-то не хватает, может быть, что-то открыто, я вам буду дорассказывать. И расскажу общие впечатления. За обе коробки вместе с доставкой я заплатила 2700, то есть по 1350 получается коробка. И там вот, ну, сейчас покажу. Начнем мы с коробки детской, да, потому что она самая такая малоинтересная. Первая, я, собственно, заказала ее вот из-за этого. Это зубная паста Клац со вкусом утренняя карамель. Это единственная зубная паста, которая прямо вот все офигительно, обожаю, рекомендую всем, у кого есть дети, реально, лучшая зубная паста, очень вкусно пахнет карамелью, вот этой вот, ну, которая не карамель в смысле леденцы, а карамель в смысле вот, как-то я даже не знаю, молочная, сливочная, всякими вот такими булочками вкусными пахнет, динозавриком, то есть тут все есть, динозаврик, вкусная паста, все вообще отлично, обожаю. Вот только из-за нее я вспомнила, что я обратила внимание, что там есть, и она редко где бывает. Дальше, в детской коробке была зубная щетка. Анфиса ей уже пользуется, у нее точно такая же сейчас, это Рокс. И там на конце какая-то странная девчуля стоит. Ну вот у нас с ней такая, кажется, розовая, а это вот синяя. Ну, в общем, прикольная тоже она и пользуется. Все в порядке со щеткой, все хорошо. Тут же был бальзам для губ. Но она его, естественно, экспроприировала уже и забрала себе. Еще здесь... А, сейчас покажу. Давайте сначала начнем с каких-то больших вещей. Переходим к более маленьким. Значит, Биолан. Не знаю, что это, честно говоря. Написано, что это... Производство Франция, это умывалка для тела и волос. Она у меня, как это называется, дерматит, в общем, кожа у нее периодически сохнет и чувствительная, как, собственно говоря, и у меня. Поэтому я эту коробку возлагала на нее надежду, вот хочу попробовать вот этим биоланом мыться, вдруг меньше будет сохнуть кожа. Вот это вот, мне кажется, какая-то бесполезная хрень, это Ботавикос. Крем 0+, детский защитный крем от холода и ветра на основе растительного воска из пророщенных зерен ячменя. Мне почему-то кажется, что это должно быть очень аллергичное, потому что у меня от Ботавикос была прямо сильная реакция от их всяких спреев, масел и так далее. Я даже не знаю, наверное, на ребенке побоюсь. Ну, бабушке отдам, пусть она мажет себе эти щечки перед тем, как пойти за пенсией на почту. Здесь тоже Урьяж, это крем, ну, опять же, крем для умывания, я так понимаю, что это можно, пенящийся крем с термальной водой для детей и новорожденных, я так понимаю, тоже, ну, как гель для душа и умывалка для всего, чего только можно. Дальше, большое закончилось, к сожалению, мы переходим к маленькому, Дермедик Бэйби, крем-эмолент для атопический дерматит, я наконец-то вспомнила это слово, я хорошая мать, да, для сухой, очень сухой и кожи с атопическим дерматитом. Тут нарисована смешная мышка, очень маленькая упаковочка, я намазала ей щеки, она стала орать, что ей очень щиплет, но щеки увлажнились за один раз, серьезно, я вот не знаю, как насчет... То есть было неприятно, потому что там что-то щипало, но действительно хорошо увлажняет вот эту вот атопичную, не знаю, как правильно, кожу. Вот такая вот малипуська. Все, дальше уже пошло все совсем маленькое. La Roche-Posay Lipicar. Lipicar чудесный. Я пользуюсь им давно. Это... Только я не знаю, что это. А, это просто увлажняющий бальзам. В общем, вся серия вот эта вот Lipicar.
Есть бальзам, есть гель для душа, есть масло для душа. Они все великолепные, хорошо увлажняют. И я, собственно говоря, им и ищу какую-то альтернативу, потому что что-то уж больно они дорогие. Ну, прям вот серьезно. Пока, тьфу-тьфу-тьфу, нашла вроде бы, как бы, но потом расскажу, не буду пока. Эуцерин. Контроль атопичности. Опять же, это масло для ванны и душа. Подходит для чувствительной кожи. Тоже, ну, вот это пенящееся средство, в общем, пенящееся масло для атопичной кожи. Так, что еще есть здесь? Биодерма. Атодерм. Тоже гель для душа. Я не понимаю, ну, вот серьезно, ну, вы троллите? Я понимаю, что у меня ребенок маленький, но, ну... Спасибо, Биодерма. Пойдем дальше. Еще здесь какая-то неопознанная хрень. Кто знает, напишите мне, пожалуйста. Это Веледа. Здесь написано только по-немецки, по-китайски и по, я не знаю, по-итальянски. Но здесь нет английского языка. По-французски. Почему так? Я понять не могу. Это гель... Dentifico per bambini. Dentifico, я так понимаю, что это что-то связанное с зубами. И он выглядит вот так вот в железной упаковке. Ну, в этой, в алюминиевой. Он закрытый, просто не хочу открывать. То есть, если это гель для зубов, то зачем? С 3 лет уже все зубы выросли. Dentifico per bambini. Не знаю. Расскажите мне, пожалуйста, что это, для чего это... И кому это может понадобиться, кроме младенцев, у которых режутся зубы, если действительно для зубов. Может, дентифика это от прыщей, или, я не знаю, там, для задницы. Я такая, знаете. Ну, и еще вот Саше, тоже дермедик, это умывалка. Спасибо, Биодерма. Ты спускаешься на 2-е место. Вот, главный победитель в зашкварности продуктов. Итого... В коробке у меня крем, которого я боюсь, умывалка, крем увлажняющий, ну и зубная паста с каким-то неопознанным кремом Dentifico. А, и бальзам для губ. Хороший, который она носит с собой сейчас на работу. Слушайте, ну не знаю. 2-й раз я такое покупать не буду. Возможно, интересно будет действительно попробовать все эти гели для душа. Но мне кажется, что здесь все вот это бесплатные образцы. Кроме зубной щетки, естественно, помады и вот этого вот крема. Как вам? Я вот, знаете, ну, можно было и поразнообразить. Такое ощущение, что дети только моются и вытираются, и увлажняются. Переходим к коробке, которая называется, типа там, «Он плюс она 2022». Что вы вкладываете в понятие «идеальное свидание»? Там было что-то написано про «идеальное свидание» на 10-го Валентина. Я не смотрела особо на состав. Но, ну вот так в теории, да, что можно представить? Ну, какая-то там, да, интимная смазка, свеча, массажное масло, возможно, какой-то, не знаю, что там еще может быть. Какие-то, в общем, интересные штуки, да, романтичные. Может быть, какой-то крем увлажняющий хороший. Мы сейчас посмотрим, что здесь. Я, в общем-то, сначала вот это увидела и такая, ну, нормально, думаю. Гламур гель-смазка клубничный 50 мл. Да, чтобы не повредить слизистые покровы. Это мне нужно. Я не хочу повреждать слизистые покровы. 2-е, что я увидела и обрадовалась, это тампон Freedom. Потому что мне тут надо было, и я не могла найти нигде. Я посмотрела список, где продается, и у меня на районе не продается нигде. Кто не знает, это, в общем, тампон. Он состоит из вот такой вот губки. Сделать их многоразовыми уже, ну реально.
есть невозможно. Это просто губка для мытья посуды определенной формы, которую ты мочишь, вставляешь в себя как тампон, и не торчат никакие ниточки, он достаточно глубоко, и можно заниматься сексом, плавать, читать Маяковского, играть на скрипке. Здесь вот один, я вам сейчас покажу, как он выглядит, он вот в такой вот закрытый. Мне кажется, на упаковку уходит гораздо больше денег, чем ну вот, на сам продукт, да? То есть, мне кажется, уже пора делать, и делать же даже как это называется, многоразовую туалетную бумагу, сделайте многоразовый тампон, который можно кипятить. Чем эта губка хуже в кипячении, чем, например, какая-нибудь менструальная чаша? Непонятно. Но тут ладно, как бы. Вот как раз, если там что-то произошло, можно воспользоваться этим тампоном и спокойно наслаждаться друг другом. Тут, значит, смазали себя и поехали кататься на этой с горки. Дальше. Зубная паста. Для него бунтарский ром. Она вкусная. Это пробник, конечно, но она вкусная. Ну и ладно, как бы, ну, почистил зубы. Зубная паста для нее, которая называется соблазнительный просека. Тоже пробник. Ну, опять же, хорошо, ладно, паста для нее, паста для него, это хорошо. Это меня устраивает, в принципе, норм. Дальше. Luxury Shower Gel. Love Bomb. Я не знаю, кто производитель. Vivan Grey. Любовная бомба. Vivan Grey. Это тот, который мистер Грей. Давайте откроем, понюхаем. Мне очень не нравится упаковка. Она мягкая, она как какой-то, ну, типа крем для рук обычно в таких. Ладно, хорошо. Я попытаюсь открыть и понюхать. Потому что, ну, здесь должно быть что-то прям... Это очень сладкое, знаете, а-ля мюглеровский ангел. Вот этот вот, как это называется? Этил мальтол. Ну вот. Он просто слишком жидкий. Я не смогу его оставить открытым. Придется наклоняться. И, господи, ну что не завер... В общем, короче, этот гель для душа у меня совершенно не внушает никакого доверия. Очень странный. 100% веган. Написано, что производство Германии, но в Германии тоже, знаете, не все так хорошо. Дальше идем. Редкин. Прямо написано «тестер». Мне неприятно, когда мне кладут вещи, которые как бы, ну, априори являются тестером. Not for sale. То есть вы собрали все, что вы не давали в подарок своим покупателям, как Yves Gauche на Новый год, этот адвент-календарь, который продался за 13 тысяч рублей, там были только тестеры. Только тестеры. То есть я вот хожу в Yves Gauche, мне каждый раз что-то не додают. И потом они это все, то, что они мне не додали, собрали в коробку и продают мне же за 12 тысяч рублей. Ну, совсем чуть-чуть ку-ку, что ли, алло. Короче, это кондиционер для волос. Почему? Почему он здесь? Я не понимаю, почему он здесь. Кондиционер для волос, тестер, хорошо. Крем для рук. Крем для рук от Миша. Это Миша, который Миша, ну, который Миша... Господи, все, меня заело. Ну, корейский Миша, фирма Миша корейская. Если это она, то, ну, в принципе, неплохо. Я когда-то давно частенько ими пользовалась. Давайте посмотрим. Пахнет не очень. Каким-то пионом, может быть. Но таким не очень приятно пахнет. Ну ладно, крем для рук фиг с ним. Но опять же, понимаете, это любовная коробка. Что здесь еще будет? Шампунь от перхоти? Кусачки для длинных пальцев, для длинных ногтей на ногах? Что здесь еще? Крем от прыщей? Ну, бальзам для губ. Вот, кстати, неплохой блистекс. Он абсолютно прозрачный, мне понравился. Я его периодически мажусь. И его сейчас наконец-то положу с собой, потому что боялась, что если я его положу сразу, я его не найду. Дальше... Шампунь. Шампунь для чувствительной кожи. Почему для двоих? Почему здесь стол Валентина? Гель для душа, пробник. Крем с
мочевиной 10% для растрескавшихся коленей. Что это? Увлажняющий лосьон с 10% мочевиной. Если бы мне такое подарили на День Святого Валентина, вот я бы прям не обрадовалась. Типа, ну, подождите, это еще не все. Здесь есть еще увлажняющий Ларош-Пазе, вот такой вот миниатюрка. Что это? Иисусики. Это какая-то тоже увлажняющая хренулина. На 72 часа она увлажняет. И здесь еще есть три пробника совсем. Это шампунь экстремальный и шампунь... и кондиционер. Но это прям вот совсем-совсем пробники. Я такими редко пользуюсь. Я обычно их храню, а потом выбрасываю. Итого. Ну, то есть, вот я представляю, мне мужчина подарил вот это. Что он имеет в виду? Давайте соберем пазл. Он мне как бы говорит: милая, я бы, конечно, хотел тебя полюбить, но... В прошлый раз без вот этого мне не понравилось, потому что я брезгливый. Поэтому перед тем, как идти ко мне, будь добра, почисти зубы, помой голову, воспользуйся, пожалуйста, уже, ну, этим кондиционером. Христом Богом тебя молю, помой тело. Увлажни свои заскорузлые пятки 10% мочевиной. Денег не пожалел. Лицо можешь увлажнить, тело, что там тебе надо. И вот побольше помойся, да? Губы целовать твои невозможно, поскольку они все растрескавшиеся, на тебе блистекс. Ну и руки, соответственно. А так приезжай. Жду. Люблю. Всегда твой. Я. Не знаю. Очень странное мероприятие, конечно. Ну, давайте так. Я воспользуюсь фридомом точно. Ну, с маской, видимо, тоже-то. Ну, это без удовольствия. Крем для рук, хорошо, ладно, фиг с ним. Ну, кондиционер тоже фиг с ним. Шампунем я пользоваться не буду, потому что я боюсь. У меня аллергичная очень кожа. Я рада зубным пастам. Я рада зубным пастам и тампону. Это нормально для женщины 35 лет. Радоваться тампону и пробникам зубных паст. В общем, больше я не куплю, скорее всего, не закажу, если не будет там прям какой-то супер-супер состав, и я его прям всего прочитаю. Но, с одной стороны, типа 2700, это не так много за две коробки, а с другой стороны, здесь нет ничего такого, что меня прям порадовало. Как вам вообще? Вот коробочка красивая, кстати. Она на магните, и они после того, как ты покупаешь вот эту коробочку, дают, кажется, 25% скидку. Если кому-то надо на фармакосметике что-то, я могу скинуть вниз или попросить в комментах. Я скину, типа они дают вот эту на следующий заказ скидку 25%. Помню, ну, неплохо, в принципе, 25%. Ладно. Время, чтобы, как сказать, понадобилась смазка, возможно, пора помыться. И 10% мочевину никто не отменял. Пока, всего хорошего.